Притча «Чашка с водой». Учитель взял в руки чашку с водой, вытянул ее вперед и спросил своих учеников: «Как вы думаете, сколько весит эта чашка?» Все оживленно зашептались: «Примерно 0,5 килограмма». 300 грамм. «Нет, 400 грамм!» стали раздаваться ответы. Учитель говорит: «Согласитесь, это не такая уж и большая разница, и это не так уж и много. Эта чашка достаточно легкая. И у меня к вам есть вопрос. Что произойдет, если я буду так держать чашку в течение нескольких минут?» «Ничего!» – закричали вокруг. «Действительно, ничего страшного не случится», – ответил учитель. «Чашка не такая уж и тяжелая. А что же будет, если я стану держать эту чашку в вытянутой руке, например, 2 часа? Вы устанете, и ваша рука начнет болеть. А чашка покажется тяжелой?» «Да, она станет тяжелой. А если я целый день буду держать так чашку?» «Вы очень сильно устанете. Возможно, руку даже парализует от напряжения. Так выходит, по-вашему, вес чашки изменится от того, что я ее целый день буду просто держать?» «Нет», – растерянно ответили ученики. «А что нужно сделать, чтобы рука не устала?» «Просто поставьте чашку на стол. Пусть стол ее держит», – весело сказал один из учеников. Так и обстоят дела со всеми жизненными трудностями. Как только ты начинаешь думать, переживать, прокручивать в голове несколько минут какую-либо проблему, она начнет казаться вам тяжелой. Если думать о ней несколько часов, то ее вес станет еще больше, и она покажется вам неразрешимой. Если думать о проблеме целый день, то вы окажетесь в полном ступоре и ощущении, что будто уперлись в стену и не можете сдвинуться с места. Поэтому запомните слова. Будете держать мысли в голове несколько минут. Это нормально. А будете думать о чем-то плохом, о трудностях. Часами начнете испытывать боль. А с вами была Юлия Жукова.